Всем привет. Я поехал на заказ. Сейчас должен Макс подъехать на автовокзал. Поедем на Красноказачью. Там надо 4 карниза, короче, установить. 2 длинных, 2 коротких. У нас утро. Подморозило немного. Но так погода ништяк. Ни одного облачка, небо синее. Почему их не дрочить? Они пылят, потому что пидорасы ебаные. Бочечники, сука. Авария там на ровном месте, прям. Всем привет. Приехал в центр. На центральный рынок. Сейчас иду на Урицкого. Надо забрать косметику, коробку там. И на автовокзал отправить. Касса отдать, автобусом поедет до Усть-Кута. Короче, работа курьером сегодня. Все, ставьте лайки. Забрал коробку. Вот они, две коробочки. Не тяжелые. Сейчас их увезем на автовокзал. И сегодня они отправятся в Усть-Кут. Тут, в принципе, пешком сейчас дойду до автовокзала. Вообще недалеко. 600 метров. И все. Вот так по красоте. Красот. Кайфарики.